Всем привет, с вами Викизу. В этом ролике мы вам покажем, как устанавливается усиленный P-образный кронштейн на наши столы. Для начала необходимо вставить вертикальную направляющую в держатель. Все это фиксируется винтом и устанавливается сбоку стола. Таким же образом устанавливается вторая направляющая. Теперь необходимо установить горизонтальную направляющую. Она состоит из двух частей, соединяемых, подбирая длину в соответствии с длиной самого стола, и фиксируем винтом. Потом вставляем вертикальные направляющие, чтобы они проходили через специальный держатель на обоих концах горизонтальной направляющей, и фиксируем с обоих сторон винтиками. Все, кронштейн установлен.